роковая любовь. С момента гибели Виктора Цоя прошло больше 20 лет. Он умер на пике своей популярности, еще при жизни став настоящим кумиром для миллионов фанатов. Почему его жизнь так резко и так рано оборвалась? Мог ли Цой разбиться сам или ему в этом помогли? Бывший концертный директор группы кино Юрий Белишкин убежден, что Виктору помогли уйти. Ну, я начну с того, что в России поэты сами не уходят. Цой в первую очередь поэт был. 15 августа 1990 года на латвийской трассе Виктор Цой ехал на «Москвиче» по неровной дороге со скоростью 130 км в час. По официальной версии, авария произошла из-за того, что он заснул за рулем. Вот так нелепо погибнуть, уснуть за рулем, я в это... И не только я, и люди, которые знали Виктора, я знаю, что они придерживаются того же мнения, что уснуть он не мог. По собственной воле. Лабораторные исследования установили, в течение 48 часов до смерти Виктор Цой не употреблял алкоголь. Наркотических веществ в его крови также не было обнаружено. Как мог трезвый человек днем уснуть за рулем при условии, что вся поездка длилась не более 15 минут? А Витька все, наверное, молчал. Он такой тихоречек, такой, знаете, закрытый вообще такой. Для меня-то он ясен, вот, а какой-то степени. А почему всем-то нравится, я ж не знаю. Я задавала, мне тоже так же говорили, что вот, вот как будто вот в мои мысли. Вот это. То есть он социален, поэтому он и популярен. Последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» прошел 24 июля 1990 года в Лужниках. Многотысячная арена была заполнена до отказа. Этой песней Цой закончил концерт. Она стала последней, которую Виктор спел со сцены. За что же убрали музыканта, который пользовался всенародной любовью? А чё шустрая такая шестерка? Ну, мотор-то от Мерседеса. Ясно. А водители где-то тренировали? Так, с миру по нитке. Спецколог ГБ. Что-то американцев взяли, что-то сами. Спецкурс боевого вождения. Так мы это дело окрестили. Напомните мне ваши возможности. Возможностей много, Иван Владимирович. Но главное, это имитация любых дорожно-транспортных происшествий. Любых. Понимаете? Я вас понял. Вот этого человека надо заставить замолчать. И лучше было бы в ближайшее время сделать это в автокатастрофе. Но это же... Имен называть не надо. Исход аварии. Сказал, он должен замолчать. Я вас понял. Один вопрос, Иван Владимирович. Да. Почему он? Это же просто певец. Мой дорогой, процесс, запускающийся в массовое сознание, нужно контролировать. Я вам не рассказывал, как на самом деле погиб Володя Высоцкий? Нет. И это хорошо. Меньше знаешь, крепче спишь. Все хорошо. Пятнадцатого
15 августа 1990 года в 6 часов утра Виктор Цой попрощался с сыном, оставшимся ждать его на даче, и отправился на рыбалку. Интересная деталь. Следствие так и не смогло установить личность человека, видевшего Цоя последним. В тот день его практически никто не видел. Его ждала Наташа и сын Саша по возвращении. А перед отъездом, кто с ним общался, может быть, никто. По версии следствия, любимец миллионов, всенародно известный артист, последнее утро своей жизни провел с удочкой на берегу в полном одиночестве. Мог ли кто-то из рыбаков составить музыканту компанию на той последней рыбалке? И были ли это обычные рыбаки? Была очень сильна в шоу-бизнесе версия о том, что, как и все публичные люди, Виктор Цой, безусловно, был под наблюдением спецслужб. Его прослушивали, за ним следили, потому что сила его влияния на массы и на молодежь была такой колоссальной, что, конечно, пожелаем завтра баллотироваться в президенты, за него бы проголосовали. Экспертиза клеток мозга Виктора Цоя установила, певец действительно умудрился уснуть во время короткой 15-минутной поездки. Были проведены тесты на наркотики и алкоголь. Никаких следов. Интересно, что именно в начале 90-го года американские фармацевты объявили о создании снотворного нового поколения. Вещества, выводящегося из организма всего за один час. Совпадение? Или еще одна удачно проведенная операция?